Он не такой, как вы. Он особенный. Да, понимаете, он не такой ловкий, как вы. Он не такой быстрый. Ты что, как черепашка-ниндзя? Мой брат был больше, чем особенный. Он был супергероем. Твой брат, он исключительный. У него суперсила. Не знаю, что обычно говорят в таких случаях. Вы заставили меня поверить, что он супергерой. Вы обманщики! Повзрослев, я понял, насколько особенным был мой брат. Но будут ли у него друзья? Нормально. Подружка? Ты же говорил, у тебя только сестры. Мой брат умер. Я первый раз говорил с Арианной. Что я должен был сказать? Да, у меня есть брат, и он даун. Кажется, он влюбился. Он целыми часами сидит в ванной и укладывает волосы. Я тебя не узнаю, Джек. Один дома! Он одновременно гениален и простодушен. Он из тех, кто бегает по коридору, потому что коридоры для этого и нужны. Он из тех, кто, проснувшись утром, спрашивает, встало ли солнышко, и каждый день собирает цветы своим сестрам. Когда меня спрашивают, какой мой брат, я всегда отвечаю: мой брат – супергерой. «Мой брат – супергерой» – режиссер Стефано Чипани. В кино с 18 марта.